Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова человек... Михаил, и мы продолжаем проходить игру Spider-Man Web of Shadows. Одна из любимых моих игр, которую, конечно, я не до конца не смог пройти. Но это из-за того, что какой-то там баг был, или я что-то не понял, как пройти то место, которое, в общем-то, я показывал. В обучении там Люка Кейджа. Миссия, в общем-то. И теперь мы снова, в общем, продолжаем проходить игру, просто великолепную игру, одну из лучших про Spider-Man, которая мне больше всего нравится. В том числе тоже Spider-Man 1 очень сильно нравится. На PlayStation 1 или там ПК, на ПК, которая вышла в 2001 году или о ком-то, точнее не помню. Так, сейчас справляемся, наверное, на миссию к Лунному Рыцарю, хотя может к кому-то другому. Так, ну с Серебряником мы разобрались по-хорошему. Женщина-кошка тоже. Всегда выбираем хороший путь, героя, а не симбионта, вот это как раз злодея. Венома. Конечно, костюм мы будем использовать его, эту силу, в общем-то, для добрых целей именно, в основном. Чтобы победить злодеев хорошенько, на дубастих. Так, давай-ка. Так, еще один жетончик. Сколько у нас там? Блин, откуда ты взялся? Так, осталось 12 собрать для 5 уровня. Давай соберем. Так куда ты? Чё-то ты далековато собрался, дружочек. Надеюсь, взорвешь сейчас. Куда ты собрался? Далеко не улетишь. Миссия завершена, птица с перьями. Так, вернитесь к Лунному Рыцарю. Так и есть, к нему вернуться надо. В общем, у нас таким образом был второй босс в этой игре. Сначала была черная кошка. Мы с ней тоже сражались, применяя черный костюм. Все-таки он дает нам силу, ловкость. Силу, точнее. А это как раз при боссах очень нужно. В других видах битых, в общем, битв применяем сам черно-красно-синий костюм. Так, у дико угрозы. Да нет, мы дума. Так, не то я нажал. Тут костюм убрал. Так, почти течет у меня на другом, кнопка назначен. Жалко, здесь нет жалкого-то рефлексов, как были Spider-Man 3 с гейм. Что-то они, конечно, прикольно помогали нам очень сильно. Так, давай, цепляйся. Поблизости десант Кингпина. И где он находится? Что-то я не вижу. Черт, это летуны. Так, вот еще. Так, давай, цепляйся. Идите, чертовы эти летуны, чертовы. А, блин, это там этот что? Мех? Так, погоди, давай-ка с мехом разберемся. Так, давай цепляйся. Получай. Так, не то у него рим нажал, надо было попозже. Так, не то, не вовремя. Ну ладно, так, думаю, тузим. Так, ну все, что ли? Один мех разобран по частям. По частям разобран. Так, давайте отправляемся. Следующий квест. В нашем любимом красном с ним костюмчике. А не симбионтом этом. Отруди. Так, ладно, берем. Big old smelly bird told me. I'm afraid I don't follow. I've also heard police reports of some very strange behavior this evening. Really? Coming from you, that's saying something. This could be serious, Spider-Man. Sorry, I'm listening. There have been an unusually high number of assaults and mysterious medical emergencies. Must be something in the air. That is my fear exactly. Okay, one thing at a time. I'm gonna shut down Kingpin's night of fun. I'll keep an eye out for anything weirder than usual. Так, ну ладно. Найди участок погрузки кегля, так. Одна миссия, в общем-то, мы взяли. Отправляемся туда.
разбираться с этими странностями. Так, что там у нас? Какие-то еще преступления? Надо помочь, может, разобраться, кого спасти. С этими гадами разобраться окончательно. Немножко повеселимся, отдохнем от битвы с серьезником. Битва была не такая уж легкая, особенно текутые сцены в конце. Но это добавляет интереса немножко небольшого. Слава богу, какие-то сцены было не так много. Все они есть в игре, но их мало очень. Только битва с боссом присутствует. Это очень радует, хотя бы не навязывают целую кучу какую-то сцен, как Spider-Man 3. Хотя они там были прикольные, очень интересно, но все равно. Хочется самому помутузить врагов. Готов почти что. Все. Так, следующее задание. Отдохнем от битвы с боссами. Немножко разберемся с врагами. Так, видимо, где-то еще, наверное, те роботы вверху налетают. Так, еще один жетончик. Тогда просыпайся. Блин, что это роботы, блин, по зданиям ползают. Ну что ты? Много ли вообще? Давайте иди сюда, что ли. Да вы... Успокойтесь. О, блин, Тони Старк. Так, он не знает, здесь появится ли в этой игре у нас Тони Старк-то. А, другие, конечно, блин. Пока что... Некоторые появились так-то. Серьезненько вообще даже, по-моему, до этого не было ни в одной игре. Так, блин, давай-ка. Последний остался. Куда... А, хотя не последний. Так, что-то жетончик, жетончик. Блин, промазал. Промазал. Ничего, промазал. Давай, жетончик. Черт, жетончик. Да что ж такое жетончик-то, не поймешь никак. Блин. Так, ладно. Да, в этой игре, конечно, круто, что можно убирать все костюмы, в общем, брать, блин. Блин, да, жетончик, жетончик, жетончик. Куда ты, да, блин, хватай его, что ли, ёб, просто, что ты. Никак не можешь поймать его. Так, еще не появился. Блин. Наконец-то. Хоть что-то поймал. Так, что здесь? Так, вот она, какая-то штуковина. То ли, не знаю, сироп да тут появляется, фиг поймешь. Сейчас мы с ней разберемся. Готово. Чтобы не мешалось. Так, что-то здесь еще и появилось. Снова летуны эти объявились? Нет. Это не под другом месте. Что у нас там? О чем вообще говорить? С кем там? А, летуны. Насаждают, что ли там? Лунного рыцаря. Так, беги, что ли? Блин, беги, беги. Тихо, не поблизости. Надо с ними разобраться. Насаждают этому? Медалаги, наверное. Говняки-то. Так ты не насаждают? Дай-ка с ним разберусь. О. Так, мы с ними разберемся по три раза, надо максимум нанести урон, блин, все. Так, все. Отлично. Все, кажется, да? Поражены. Так, ну ладно. Да фига себе, вся база, конечно. Красиво. Так, еще один жетончик. Так, надо еще 8 собрать до 5 уровня. Что-то еще здесь есть. Ох, блин, еще один мех. Так, ладно.
Роса машина, хотя да, идея. Извини. Не туда, не туда, да, не туда кинул. Два черных очка, блин. Ой, черт, извините. Не хотел вас. Черт, что-то я не ту кидаю. Извините, блин, пиздец. С людей убьем. Так, это вас. Блин, тебя хватит. Блин, пиздец. Черт, а? Убил скотина. Так, ну ладно, попробуем еще раз. С этим гадом разобраться. Так, ну ладно. Хотя, по-моему, может, Мисси сейчас спарился уже. Так с ними разобрались, с этим рутом. Что-то я не вижу ничего такого. Так, ладно, все, хватит на сегодня эти миссии. Ну, не так не сильно интересны, эти дополнительные миссии, блин. Сюжет со мной все-таки намного интереснее проходить, чем разбираться с этими бандитами, чертами. Сейчас, в общем-то, мы разбираемся, только будем разбираться, только будем в основном с этими людьми Кимпина. С этими роботами, чертами. Так. Так-то с ними, думаю, хватит на сегодня пока. Все разобрались, немножко помутузили их. Так-то, думаю, все равно будет интересно сюжетная миссия, что-то эти дополнительные не так сильно интересно заниматься. Так, где у нас в этом здании, что ли? Видимо, так и есть. Тогда отправим сюда. Наверх разберемся. Нифига себе, конечно, большое еще здание. Да, чек-паук вообще никакой гравитации нипочем. Спокойно бегает. Да, лафа просто. По зданиям бегает, прям по этим стенам. Он по крыше, но по стенам, да. Ух ты. Тихо-тихо-тихо. Тихо, так вот, прямо. Так, покойся. Так, сюда я прибыл или нет? Видимо, нет. Где-то внизу. А, вот она. Так, подхватил, кажется, да? Ага, так и есть. Скрываться и искать. Перейти к владению Кингпина. Угу. Вот она, да? Ух ты, нифига себе. Чё-то вас многовато, друзья. Роботы здесь появились. Так, куда пошел? Так, начнем битву. Вас только таким образом мутузить. Готов. Давай, мутузим тебя. Хорошенько. По-моему, в третьего раза мутузим. И все. И разбираемся. А, дали пособника пингвина здесь, в общем-то. Все, что ли? 5 штук. С 5 штуками разобрались. Так, блин, еще один появился. Еще будет появляться. Пока с 7-12 штуками разберемся. Ну давайте. Хотя можно личным костюмом разобраться-то. И че, все? А дай посуду пингвина 8-12. Води еще. А, вот еще роботы появились. Давай. Так, еще летучие появились. Не запарились. Так, остался последний говнюк. Че, все нет? Еще нет. Да, бомбочки сами можешь не кидаться, не попадешь сразу. Так, сберитесь с техами Кингпина на крыше. Так, теперь на крыше нам налезть. Побежали? Да, круто, конечно. Да, игра просто офигенная получается пока что. Самая лучшая пока что есть, которую играл. Хотя, конечно, Spider-Man 1 она не перейдет никак. Хоть там и график, конечно, устаревшая на сегодняшний день, но в остальном, конечно, игра просто шедевральная.
Да это тоже не стоит. А, вот они. Роботы. Блин, ну и черепа у них, конечно, лица, ёпрсты. Кто вообще так нарисовал? Это что еще за... Это что еще за... Блин, пиздец, это что за хрень? Чё за хрень вообще такое было? Это что еще за... Сумасшедшие? Да вы издеваетесь, блин. Это что за зомби, блин? Это не Resident Evil же. Блин, похоже больше всего, не знаю, на чё. Сумасшедшие какие-то нападают. Ё, просто явно симбионт постарался, мне кажется. Явно симбионт постарался, блин. Да хватит мимо тусить, а. Симбионт чёрт постарался. Так, 23 надо по-моему тусить. Сколько вас, офигеть. Покойтесь. Так, не туда. Только не обратно не возвращайся. Откуда они здесь есть, интересно, сумасшедшие-то? Так-то, наверное, не похоже. Они бы сразу бы протесть в этих мерзких тварей. Такие сумасшедшие просто нападают. Не знаю, кому еще напоминает, конечно, какой игры. Так, осталось еще 13 чертовых этих сумасшедших. Черт, они... Правда, наверное, Веномом. Что не... После смерти вон, да, что-то разваливается на кусочки. Похоже на вены больше всего. Так, осталось еще не... Где-то не так уж много их. Так, ну спуск, конечно, ко всем этом случае точно не будем. Так, разберемся. Да, сколько у вас, а? Чё трое максимум? Не, они... Не хил, конечно, мы тут... Ох ты, нифига себе. Это что за вертолет там улетает? Так, ладно. Осталось трое все разобраться. Да хоть бегать четвереньки, вы что, с ума сошли, что ли? Хотя зря не зря сможешь, что называет. Так, последний, что ли, надеюсь. Так, они последний... Вот он будет. Все, что ли? Нифига себе! Ты куда? Ёпарас, ты что делаете? Че меня выкинули? Вообще с ума сошли? Все, что ли? Да. Вы че вообще, что ли? Так, снова, наверное, какая-то сцена, мне кажется, будет. Нет? Spider-Man, stand down! Freeze! Back away from those people now, mister! No, you don't understand. They attacked me. They're not normal. I get attacked and then I get shot at. How's that fair? Фиг я поймешь, да? Что такое произошло? Так, перейдите к владениям Кингпина, дари пособников Кингпина, потом разберитесь с техами Кингпина, конечно, и дари сумасшедших. Откуда они здесь взялись, непонятно. Так, у нас улучшение прокачать-то можно? Что-нибудь там. Ну, а здесь, по-моему... Так, удар паутины. Так, что у нас там прием-то? А это пригодится, да, может. Так. Максимум прокачать. Пока что. Так, особая атака, выстрел паутины, думаю, тоже надо. Я пользуюсь им чаще. Так, все, больше нельзя прокачивать. Так, а еще черный бы надо прокачать, но так-то у меня... А так, со стены здесь, конечно, есть улучшение. Потом прокачаем, думаю. Так, завершено, все, вернитесь к лунному рыцарю, отлично. Нифига себе, может, откуда они здесь взялись? Хотя, по сути, смотри, они взрываются-то, когда вот... Хотя странно, конечно, выглядят. После смерти они взрываются, вращаются какие-то черные какие-то сопли. Ну, явно, что Веном виноват в этом. Только, конечно, он здесь еще-то вообще пока не появляется, куда-то спарился после начала, после пролога. Хотя прологи там, по-моему, действие проходил, да, даже раньше, чем... Так, тихо. Раньше, 4 дня назад, по-моему, проходил это все, что прологи было. То есть там, что сейчас происходит, это явно происходит. Четырьмя днями ранее того, что мы видели в прологе. Пока что, в общем-то, с небионов нету повсюду. Только один Веном, который
куда спарился, в общем-то, после той битвы в начале. Когда он мог, в общем-то, убить Мэри Джейн, и мы ее, в общем, спасли из лап этого Венома. И в больницу его доставили. Так, где-то он здесь-то. Так, те хлебные поблизости, где они? Чё-то не вижу их. Да, вы что здесь забыли-то, друзья, друганы наши, любимые? Я вообще-то своему другу пришел поговорить, а вы здесь летаете, блин. Так, все, отлично. Скрываться искать. Так, давайте поговорим с ним, что ли? А. Они, блин, сумасшедшие какие-то. Так, поговори о заботах лунного рыцаря. Ну давайте возьмем этот квест. Ага, черный костюм. Не волнуйся, в общем-то. Мы на доброй стороне. Вот этим, как раз, интересно было заняться. Хм, а кто же еще? Так, все. Беди 5 безумных групп горожан. Все группы сумасшедших. А, этих сумасшедших, откуда они появились все-таки? Черт побери. Непонятно пока. Хотя явно и непросто. Так, с ума сошли. Так, ну ладно, там можно этим пока еще заняться. После так и закончить. Так, где у нас эти сумасшедшие бегают? Блин, нифига себе. Вы что, с ума сошли? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ты что делаешь-то? Успокойтесь. Успокойтесь. Это уже за рамки выходит слишком уж. Какие-то, блин. Какой мне грунт пинает? Это не помню, какой мне грунт пинает. Сейчас где-то был такой момент-то. Бегущие на четвереньках люди. Сумасшедшие. В каком-то фильме, что ли, было? Если не ошибаюсь. Так, одну группу уничтожили. Ищем вторую. Не помню, какой фильм напоминает, где... А, чё, это «Война миров за это было. Там тоже такие люди, так же люди, по-моему, весе. Так, где они? Блин, вы чё делаете? Блин, по стенам бегают. Вы с ума сошли, люди. Явно Веном постарался точно. Надеюсь, мы скоро с ними разберемся. Так, где ещё те? Так это что ли? Ой, извини. Блин, извини. Ты что заставил текстуру, блин, еще при этом? Да, блин, багану. Немножко забаговал игра. Так, где это бегают еще? Где они там застряли? Я что-то их вообще не вижу. Они где-то здесь, но при этом... Текстуры застряли, что ли, ёпрста. Так, тихо-тихо, давай. Блин, залезай. Так, где-то они текстуры застряли, блин. А, вот, да. Черт, да вы издеваетесь. Он текстур застрял, что ли? Блин, ну да, что-то как-то так говорил, немножко баганутый, конечно, крайне много. Хоть, конечно, не так сильно портит впечатление о ней. Так, все, вторую группу разобрались. Осталось найти еще две, ой, три точнее. Ну, конечно, сказать не надо так сильно, они на карте у нас помечены уже. Не так, не нужно было искать какой-то... Черт, жетончик, блин, жетончик. Пиздец.
Я жетончик. Не могу как поймать-то. Так, как тебе поймать жетон-то, это чертов? Так, это могу поймать. Чинит цел 2 здесь даже имеется. Так, сколько всего нужно найти до 97 до 6 уровня? А, мы 6 получили. 96. Да, уровни нужны. А, прокачку что, прокачать что ли? Это нужно. Блин, конечно, достать его не так легко. Надо с крыши какой-то прыгать. Это что за... Что-то я не пойму. Конечно, камера с всех сторон ведет, иногда баги какие-то попают. Вот, например, такие вот. Когда граждане стоят, застревают просто текстуру к зданию. Так, здесь еще на... Плюс еще... Блин. Так, я не попал по этому жетону. Да ну нафиг его. Так, заниматься этим что-то не очень... Некоторые что-то не хочу искать. Еще один жетон. Так, ладно, идем дальше. Искать этих безумцев. Так, где они? Снова по зданиям бегают. Явно. А где? Что-то мне здесь должно быть. Но где они? Надеюсь, не застряли в текстурах. А, может они на крыше? Так, симбионты поблизости. Да вы издеваете симбионта. Где? Это явно симбионты, да, точно. Так, надеюсь, он там не упадет. Ты куда прячешься? Аргутанг, черт идея. Да, люди. Так, все что ли? Третья группа разобралась. Ваша шинель явно симбионты. Симбионты поражены. Ну, точно так и есть. Симбионт это. Тоже еще. На это способен. Только они, конечно, не похожи на тех вот венома. Чуть почему-то. Так, 90 собирать. Так, еще один жетончик. Ладно, пособираем некоторые. Так, одно-ка еще какое-то вижу. Высотное ограбление. Что там за высотное ограбление? Так, я пропустил, думаю, мимо прошел-то того места. Я, честно, наверное, наверх на крыше находится. Симбион поблизости. Ну, теперь понятно. Что с ним такое? У Америки, да, черная всякая жижа от них отлетает. Явно люди, протившись уже симбионта, то, конечно, не углится не так, как надо. Блин, пиздец. Ну, они серные. Так, и последнее. Так, сейчас будет четвертая. Нет, еще один остался. Да, все. Так, и последняя группа. Где-то она здесь. Тоже поблизости. Так, еще один жетончик. Семет поблизости на крыше. Где они вообще? На этом здании, что ли? Так, нет. О, блин, они где? Где-то еще не? Или нет, все? Ба, вон они. Ёпрсы. Мы тусим. Как всегда. Все, выполнено задание. Так, отлично. Возвращаться к лунному рыцарю. Так, ну возвращаемся к нему. Так, гражданин, держись. Блин, давай. Так, надо тебя спасти. Так, давай сейчас я доставим. Так, куда тебя доставить? Так, вижу. Держись, дружище. Сейчас мы тебя спасем. Доставим в больницу. Быстро. Ты даже не успеешь опомниться. Так, а вот больница. Фу, ложись. Так, получаем еще очки для хорошей концовки. Так, пролемся дальше. Так, что здесь еще появилось? Безумевший, что ли? Что такое происходит-то? Или не то?
А где... А чё здесь такой-то? Я чё-то никого не вижу, да? На крыше, что ли? А, летуны эти уже. Да ну с теми летами разбираться, ты не очень хочется. На этом можно расчет серии закончить, думаю. Продолжим в следующий раз уже проходить Spider-Man Top Shadows. Так, быстро добираемся до крыши этого здания. Да, конечно, иногда камера бывает, просто с ума сходит. Ее просто. Только сейчас. Фу, так. Ну ладно. Адская кухня. Ну, название. Так, что за адская кухня? Ну, название, конечно, блин. Все? Так, ну кажется, все сказал. Ну, спасибо. Так, сохраниться-то можно? На этом месте. Так, у нас три слота всего, но стоит сохраняться именно. Все эти три слота использовать, так как они могут таким образом пригодиться. Тогда перезаписываем этот слот первый. Потом второй будем перезаписывать, третий и так далее по очереди. Все-таки вдруг какое-то сохранение из них испарится, слетит. Такое может быть произойти, это в любой игре даже. Так, блин, залезай. На жетончик.